Это электрическая ламба или Tesla Model X по-китайски. Озбекистанге хош келипсис. Автомобиль со всех сторон увешан датчиками. Если Audi может вырисовывать перед собой свой логотип, то Hi-Fi умеет определять пешехода в случае опасности, вырисовывать перед ним пешеходный переход, а также на дисплее будет дублироваться человек, идущий по нему. Физических ручек открывания двери в этом автомобиле нету. Как в Tesla, либо как в Velaria, она не появится из ниоткуда. Ты подходишь, нажимаешь на кнопку, и дверь открывается на безопасное расстояние. Можете улыбнуться в эту камеру, сработает Face ID. Если коммунисты коммунизят, то они делают это на все деньги. Задняя ось подруливается, дверь тут открывается, как в Rolls-Royce, в обратную сторону. А если вам и этого мало, то можете открыть крышу, как в Tesla, встать в автомобиль, и вплоть до 30 км в час машина может продолжать движение, и вы можете руководить парадом. Из особенностей второго ряда сидений, помимо того, что они капитанские и регулируются в привычных нам направлениях, чтобы не тянуться за поцелуем к своей спутнице, вы можете просто стать ближе к ней. Цифровым щитком приборов уже никого не удивишь. Экраны тут повсюду. Если Ferrari продает дисплей для пассажира, где отображается лишь скорость и обороты двигателя, то в Hi-Fi у вашего попутчика целый кинотеатр. В Узбекистане пошлина на импортируемые автомобили с ДВС 125%. На электричке такой пошлины нету. Кажется, в скором времени автопарк наших соседей станет гораздо технологичнее нашего.